Почти 700 камчатских семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет уже получили новые президентские выплаты. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. В соответствии с указом президента 175 от 31 марта 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет имеют право подать заявление на ежемесячную выплату. По состоянию на 13 мая 1056 заявлений приняты с положительным решением. По состоянию, опять же, на 13 мая 681 заявление, это в отношении 945 детей, были приняты положительные решения и деньги перечислены. Это свыше 31 миллиона рублей. Те заявления, которые были уже оплачены в мае месяце, следующая выплата за июнь месяц будет осуществлена 3 июля. Подать заявление можно не только на портале госуслуги, но и в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. Срок рассмотрения заявлений – 10 рабочих дней, но при необходимости может быть продлен до 20. В таком случае заявителю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуги. Для того, чтобы получить выплату с 1 апреля, необходимо подать заявление до 1 октября этого года. Добавим, с инициативой о новых выплатах семьям с детьми выступил президент России Владимир Путин. Пособия назначают нуждающиеся семьям, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.